Вообще, я раньше был очень эмоциональный на кухне. Я очень много ломал оборудование. Паста с морепродуктами. Понятно. Так, давай, четверку. Ну, все, сейчас начнем. Ну, свеклой мы, наверное, подкрасим щечки. Лук. Нарезать его, чтобы начать плакать, а рисом заткнуть уши, чтобы не слышать, как тебя обзывают, потому что ты будешь в этот момент смешно выглядеть. Ну что, курица? Кто? Не ты курица. Ну, конечно, wellness-батончик. Wellness-шейк с Ириной шейк. Добавим протеинового комплекса wellness. Массаж для коленей, кидаться в людей, скраб для тела. Конечно же, мой идеальный выходной должен быть обязательно в кругу семьи, чтобы вокруг меня были мои дети, моя любимая жена. Банан! Еще раз. Или баклажан. Кабачок! Так обрадовался, что я поймал. Было! Спасибо, спасибо.